Порт Агры. Мощная крепость. Что необычно? Оно не мелкое. Белочки. Цыпа, 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 цыпа. Порт Агры. Два рва. В одном, говорит, крокодилы даже будут. Хочешь свастика? Хочешь звезда Давида? Все вместе в индийском. Бассейн, говорят. С ароматизаторами. Оказывается, будто яма для пыток. Нижний ров, что слева, с крокодилами был, а верхний, который сейчас деревьями зарос, дикими животными, наверное, тиграми и львами. Так, наверное, достались солнечные, остальное все сели с местоборами и кустами, британцы. Два виноградника, два виноградника. Чтобы встретиться с наложницами, Шардина приглашал их на полупрозрачном саре, одетый в этот бассейн. Бассейн для наложниц. Да, каждая скамеечка. Окунь с гарниром 1800. Рыбу съели, все зашепта. Просил организовать столик на закат солнца. Сказал, что нет проблем. Организует. Заказали немножко пепси, колы. Ром у нас с собой, все ништяк. Короче, столик поставили. Надеюсь, еще светки свечки принесут. Он жрет мой табак. Да, я что-нибудь сказал.